Всем привет, друзья, с вами Вула, и как вы уже поняли, речь пойдет о игре, которую я как раз недавно прошел, и у меня сложилось весьма двоякое впечатление. По большей части из-за того, что я в какой-то мере сравнивал Metal Hellsinger с другим, на мой взгляд, более приятным в жанре ритм-шутера проектом. Что ж, начнем, пожалуй. Metal Hellsinger, как я и сказал, игра в жанре ритм-шутера. Для тех, кто в танке, поясню. Суть игры, кроме самого умерщвления бесчисленного числа тварей, заключается в том, чтобы умерщвлять их в такт музыки. И тут это, на мой взгляд, основоположный плюс игры. Музыка. Только из-за нее хочется оставаться и играть дальше. Дальше, дальше и дальше. Просто вот прекрасный метал композиции, под которой противники лишаются последней частички адской души. Эх, не устаешь слушать. По крайней мере, при первом прохождении. Причем мелодия напрямую зависит от уровня вашей ярости, а точнее счетчика множителя. На X2 вы слышите барабаны, немного ритм гитары, на X4 подключается чуть больше рифов, на X8 уже подрубают новые инструменты, но на X16 уже подключается вокал, и ты стараешься убивать мрази и не получать урон, лишь бы не сбросить этот множитель. И для кого-то, к сожалению, а для кого-то, к счастью, поддерживать множитель даже на максимальной сложности, на которой я проходил, не так уж и сложно. И для меня это минус, ибо сложность игры относительно простая. Например, если сравнивать с тем же Bullet Per Minute, там прям попотеть приходится, особенно если у персонажа есть ограничения какие-то. В Metal Hellsinger сложность появляется только вот ближе к концу игры. И то не из-за того, что противники становятся там быстрее или становятся больше, нет. Просто вот у некоторых мобов противных есть АОЕ-волны, и когда такие противники их испускают одновременно, очень сложно не получить урон, хоть от кого-то. Вот и вся сложность. И даже в такой ситуации вы сможете поддерживать X16 практически на протяжении всего прохождения. И... как бы это печально не было, но плюсы на этом для меня лично закончились. Да, играется Metal Hellsinger превосходно, музыка качает, график оптимизации не раздражает глаза, но больше адской певчей похвастаться нечем. И если в той же DPM нет сюжета как такового, да, ему он и не нужен, ибо это рогалик, и он имеет просто невероятную реиграбельность. Из-за постоянной вот нужды начинать все сначала, огромное количество персонажей со своими фишками, способности всякие, билды, куча оружия, прогрессия. Во время прохождения BPM акцентироваться на сюжете, ну, не имеет смысла. А вот Metal Hellsinger ничего этого нет. И по сути своей мы имеем обычный коридорный шутан, в котором для пользователя приготовили всего 6 оружий, из которых 2 стандартных. Сигилы, так сказать, пассивки, которые открываются, проходя разнообразные челленджи, которые тоже не представляют из себя ничего сложного, что их даже, по сути, челленджами не назвать. Да и сигилы эти, по сути, свои не дают каких-то особых преимуществ. Без них можно спокойно обойтись. Скромненький сюжет, явно пришитый в игре для галочки и ужасный, вот прям до глубины души. Вот самое страшное разочарование в игре — это боссы. Ибо, по сути, мало того, что внешне это один и тот же босс, просто его воплощение, так и геймплей на ней устроены все одинаково. Стреляют шарами, перерывы на бобов, опять стреляют шарами, перерывы на бобов и добивание босса. И так 7 раз. Ну а потом финальный босс, который, ну, чуть-чуть вносит разнообразие, но в целом ничего сложного себя не представляет. Я всех боссов на максимальной сложности, когда проходил на стриме, убил с первого раза. Единственная проблема была с финальным боссом, на котором я слился 4 раза, но и на самом боссе, а на кучке мобов, которые он вызывал, и я вот сражался с ней перед добиванием финальным, и вот меня просто мобы эти разбирали.
Более того, кроме всего этого, как я и говорил, в игре нет прогрессии как таковой. Во время прохождения вы не чувствуете, что становитесь сильнее, нет как таковой прокачки, хотя даже в Думе она была и реально приносила пользу. Как минимум, раскачивая оружие по-разному, можно добиться разного эффекта от стрельбы. Тут же такой роскоши не завезли. Но самый основной для меня минус оказался в неочевидном. Ну, для некоторых может показаться, что я уже придираюсь, но это действительно важная проблема, ибо жанр игры именно ритм-шутер, и игра нас должна как бы поощрять за попадание в такт. Но Metal Hellsinger даже и не пытается нас как-то ограничить ритмом. К примеру, в BPM, не попав в такт, оружие не стрельнет, или не перезарядится, или вы там не уклонитесь. Игра просто не дает вам этого делать за пропуск такта. Metal Hellsinger на это забили, по сути вы можете в нее просто играть под, ну, хорошую музыку и даже с завидной периодичностью пропускать ритм. Вы все равно будете стрелять и свободно перемещаться, разве что урон будет немножко, ну, порезан. Вот и все. По сути своей, хороший проект с отличным геймплеем, под прекрасный музон, мог бы быть, если бы игру продумали чуть больше, чем вот просто реализация идеи. Как я и сказал, игру вытягивает только музыка. В остальном же нулевой сюжет, скудный арсенал, ужасные боссы, отсутствующая прогрессия и абсолютная нереиграбельность. Сказал бы я, что еще раз хочу пройти игру? Нет. Вырезать отсюда музыку и закинуть себе в плейлист? Да. Сыграть еще раз Metal Hellsinger? Нет. Что ж, друзья, на этом все. Можете свое мнение выразить в комментариях. Ну а пока что подпишитесь на канал, ставьте лайки, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а также стримы, и играйте только в хорошие игры.